отдых с опасностью для жизни. После инцидента в аквапарке в Волжском 5-летнего мальчика госпитализировали с травмой лица. Неделя поисков без результата. В Волгограде ищут 42-летнюю Веронику Алимову. Женщина уехала в неизвестном направлении на черном автомобиле Opel Corsa. Песок, ставший золотым. Его незаконно добывали возле хутора Бобры. Ущерб природе составил около 93 миллионов рублей. Популярным сегодня. Звезды отечественного кино приедут в город-герой на фестиваль «Волгоградский факел». В программе творческие вечера, спектакли, концерты и мастер-классы. Зрители увидят более 30 фильмов бесплатно. А также, сколько денег хранят жители Волгоградской области в банках? Почему сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жильцов пятиэтажки в Советском районе? Пауки атакуют жителей региона. На этот раз от укуса каракурта пострадала 4-летняя девочка. Мы в ответе за тех, кого приручили. Кинологи назвали признаки счастливой собаки. Об этом не только читайте и смотрите на портале МТВ Онлайн.